Ой, пущу тебя до дому. Мои любезные читатели, не во гнев вам будет сказано, вы можете рассердитесь, что пасечник Руды Панько говорит вам запросто, как будто сватать своему лекому. У нас на хуторах водится издавна. Как только окончится работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб. Когда уж ни груш на дереве, ни журавлей на небе не увидите более, тогда только вечер. Уж, наверное, где-нибудь в конце улицы брежет огонек. Смех и песни слышатся издалеча. Бренчит балалайка, а подчас и скрипка, и говор. Это у нас в очерницы. Они, извольте, видите, они похожи на ваши балы, только нельзя сказать, чтоб совсем. Вот у нас... У нас соберется в одну хату толпа девушек, и совсем не для бала, и сначала будто и делом займутся, и веретена шумят, льются песни, и каждый не подымет и глаз в сторону. Но только нагрянут в хату парубки скрипачом, подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы, заведутся такие штуки. Рассказать-то нельзя рассказать. А ну тебе, батьку, як у неба строковину казу. Ну, батька! А вот как-то раз... Ну-ка. А вот раз, за какую вину, ей-богу, уже не знаю, только выгнали одного черта из пекла. Боже ты мой, чего только не расскажут. Откуда стрины не выкопают, каких страхов не нанесут. И стало бедному черту так скучно по пекле, что хоть до пекли. Что делать? Выпей с горя. И давай он с горя пьянствовать. И стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между палками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке. Бог знает, что это на пиштику. Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, ведь, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове. Да. А в том пиштюка, а на нем была вот шапка. За рукавицы. Кто его распознает? Гулял и гулял. А потом? Гулял и гулял. Наконец пропил все, что имел с собою, а шинкарь ему верил.
Долго верим. А потом? А потом? Потом. Ну, потом верить-то и перестал. Ну. Ну и пришлось черту заложить шинкарю на сорочинской ярмарке красную свитку свою. Вот! Тебе красная свитка. Смотри же, я приду к тебе за свиткой ровно через год. Береги ее! И пропал черт, как будто у воду канул. Да, сукно такое, что за в Миргороде не достанешь. А красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы. А потом? А потом! Известно, что потом. Показалось ему скучно дожидаться срока, и содрал он с какого-то пана мало не 5 червонцев. А сроки-то и позабыл. А тут под вечерок приходит к нему какой-то человек. Анусия! Отдавай мою красную свитку! Какую свитку? Нет никакой свитки, я сдать не знаю твоей свитки! Рано? А когда? Ну и что потом? Какую твою свитку? Я знать не знаю никакой свитки! Ну тот глядь и ушел! А этот? Дождавшись вечера, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и стал по-своему молиться Богу. Вдруг слышит шорох. Глядь, а во всех окнах повыставлялись свиные рыла. Каких страхов не нанесут, откуда старины-то не выкопают. Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника рудого панька. Да, бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости в пасечникову лачушку, усядутся за стол, и тогда прошу только слушать. Садуха била, розу садила, зелено, зелено вино, ти ділю рано сажено. Коли б я так, як розвитая, зелено, зелено вино, ти ділю рано сажено. Пару птих я причарувала зелено. Зелено вино, неділю рано сажено. Всіх чарувала, Бога гнавала зелено. Зелено вино, неділю рано сажено. Чару дивачі та сірі очі зелено. Thank you.
Мені нудно в хаті жить, ой, везіж мене із дому, де багацько грому, грому, де гупцюють всі дивки, де гуляють порубки. Такою розкошью блистал один из дней жаркого августа 30 будет назад тому, когда дорога верт за 10 до местечка Сороченец кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. Славная девчина. Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. Ой, дьявол. Ты что, Грицко, на кого ты так? Да вон! Впереди дьявол сидит. Чтоб ты подавился, негодный бурлак. Чтоб тебя приподняло, ты гепнула. Чтоб тебя всего покалечило. Чтоб тебя громом трахнуло. Подошва ты драная. Чтобы отца твоего горшком в голову стукнуло, чтобы он на льду поскользнулся, антихрист проклятый, чтобы был на том свете черт бороду обжег. Видишь, как ругается, а? И язык у нее, у столетней ведьмы не заболит выговорить эти слова. Столетний? Вот, вот нечестивец, пойди умойся наперед, швабра ты паршивая, таракан ты пучеглазый, чтоб глаза твои волови через пятки повылезли. Я не знаю твою мать, но знаю, что дрянь, и тетка твоя дрянь, и отец твой дрянь, и сам ты дрянь, чтоб тебе телега дышлом в глотку въехала. Тьфу! Удар был удачнее, нежели можно было ожидать. Ты чтоб тебя всего покалечило! Ты чтоб тебя... Дородный щеголихов вскипела гневом. Но воз отъехала в это время довольно далеко. И месть ее обратилась на безвинную падчерицу медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал речи, мятежные речи разгневанной супруги. Приехали к старому знакомому и куму казаку Цыбуле. Вот, черевик! Ба, черевик! О, кивря! Параска. Ну что, ярмарка? Параска. Ты скажи прежде, как идет пшеница? Параска. Да ты скажи лучше, как идет пшеница. На улице скрипка играет, бас гудит, выбавляет. Играет бас, гудит, выбавляет, мне на ты не пускает, на улицу.
знаете, какой я охотник всего радостного. Вы одни только видели, что под видом иногда для других холодным, угрюмым таилось кипучее желание веселости. И часто, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни. На улице скрипка играя, бас гудел и бодрил. И нет постоя на улице погулял. На улице скрипка играя, бас гудел и бодрил. Що, Боже ти мій Господи, чого нема на тій ярмарці? Колеса, скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамари всякі, так що хоч би в кишені було рублів із 30, то й тоді б не закупив усієї ярмарки. Надо ж притягнутися. Надо ж торговать кобылу, что привезли на продажу. Слышишь? Надо же пшеницу продать. 10 мешков не шутка. Бра, пряники, шапки, все ярко, нестройно, пестро. Мечется кучами, снуется перед глазами. Разноголосые речи потопляют друг друга. И ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа. Все сливается в один нестройный говор. И ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Не бойся, серденько. Не бойся, серденько. Не бойся. Не бойся, я ничего не скажу тебе худого. Может, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, только мне чудно, верно, это лукавый. Сама, кажется, знаешь, что не годится, так а силы не достает взять от него руку. Доча, хлопчик. Кум! Пшеница, кум. Где она? Так ты думаешь, земляк, плохо пойдет наша пшеница? Придумать нечего тут. Я готов скинуть на себя петли и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку. Кого ты, земляк, морочишь? Ведь привозу нет, кроме нашего, вовсе. Чертовщина. Какая чертовщина? Да-да, говорите себе, что хотите, у меня 10 мешков есть в запасе. Ну? То-то, ну. Заседатель, чтоб ему не довелось оттирать губы после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором хоть тресни, ни зерна не спустишь. Ну? Ну? А ты видишь тот старый развалившийся сарай, что вон, вон стоит под горою? В том сарае то и дело, что водятся чертовские шашни. И ни одна ярмарка не проходила на этом месте без беды. А, это что, вчера волосной писарь? А что волосной писарь? Что волосной? А то, что проходил поздно вечером. Только глядь, выставилось в окно свиное рыло. И хрюкнуло так, что его мороз продрал по коже. Кум, глянь. Ну-ну. Так что ж это за красная свитка? Кум, потом перескажешь. Как-то раз, за какую вину, ей-богу, уж и не помню,
только выгнали одного черта из пекла. И давай он скоро пьянствовать. Земляк, да ты мастер, как вижу, обниматься. А я на четвертый только день после свадьбы выучился. Чему выучился? Обнимать покойную свою хвеську, да и то спасибо куму, бывшей дружкой уже надоумил. А потом? Перекупка, не думая, не гадая, бросила свитку в огонь. Горит бесовская одежда. Да это чертов подарок. И подкинул свитку. И я вижу, человек добрый. Может, и добрый. Вот ты не узнаешь меня, а я тебя сразу узнал. Может, и узнал. Хочешь, прозвище, имя, всякую всячину про тебя расскажу. Тебя зовут Солопий Черевик. Так, Солопий Черевик. А вглядись-ка хорошенько. Не узнаешь ли меня? Нет, не познаю. А потом? Ну, дурень не обрадовался. Только масло его. Никто и покупать не хочет. Эй, недобрые руки подкинули свитку. Схватил топор и изрубил ее в куски. Глядь. Лезет один кусок к другому, и опять целая свитка. Господи! Господи! Перекрестившись, хватил топором еще раз, разбросал куски по всему месту и уехал. Только с той поры, каждый год и как раз во время ярмарки, черт со свиной личиной ходит по всей площади, рюкает. Подбирает куски своей свитки. Нет, не познаю. Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано. На веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не узнаешь Голопупенкова сына. А ты... Будто Ахримов сын. А кто же? Ага, ты слыхала? Голопупенков сын. Да, прошло время. Не увидать больше запорожцев. Голопупенков сын. Ну? Солопий, я, дочка твоя, полюбили друг друга. Да так что... Хоть бы и век жить вместе. Ну что ж, может и в самом деле. Хиврёв! Кум! Нету никого. Может и в самом деле, чтобы уже, как говорится, вместе и того. Вместе и того? Чего? Вместе и того. Чтобы и паслись на одной траве. Что? По рукам? Ну, новобранный зять, давай мы горячу. Нареченный зять налил кружку величиной с полкварты и, немало не поморщившись, выпил до дна, хватив ее потом в дребезги. Эхват! Эхват! За это люблю! Параска, какого я тебе жениха достал? Голопупенков сын! Чебачишь він, який парнище, на світі трохи есть таких, сивуху-то, мов брагу хвище. Голопупенков сын! Хівря! Эй! Thank you.
Нюзенька, а я нашел жениха дочки. Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать. Вот дурень, а? Дурень, где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть. Хорош должно быть и жених там. Я думаю, что оборванейший из всех голодрабцев. Как бы не так. Ты посмотрела бы, что там за пару. Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху важно дует. Голопупенков сын. Черт меня возьми вместе с тобой, если б я видел, чтоб парубок. Ну да, если пьяница да бродяга, так и его же масти. Да это не тот ли самый, который увязался за нами на мосту, а? Ну, жаль, что до сих пор не попадется мне. Я бы дала бы ему знать. Да хоть бы и тот же самый. Ах ты, безмозглая ты башка, а? Да куда ты запрятал дурацкие глаза свои, когда мы проезжали мимо мельницы? Ему хоть бы тут же, перед его запачканным ты почище носом, нанесли ему жизнь бесчестье, ему бы нуждочки не было. Все, однако же, я не вижу ничего худого, парень хоть куда. Разве только что заклеил на миг образину твою навозом? Ой, да ты же уже успел хлебнуть, и слова не даешь мне сказать. Да когда же это было-то с тобой, а? Да, да, к черту. Господи, ты что это значит? Успел хлебнуть, не продам ты ничего. Да, да, к черту, господи, боже мой. Придется отказать доброму человеку ни за что, ни про что. Господи, боже мой. За что такая напасть на нас грешных? И так много всякой дряни на свете. А ты еще, а ты еще, а ты, а ты. А ты еще шидок наплатил. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро, и угасающий день пленительно и ярко румянец. Зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные. Горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. И благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим. Парасю, голубка. О чем загорюнился, Грицко? О чем загорюнился, Грицко? Ух, если б я был царем или паном великим, я бы первый перевешал тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам. Может, отдашь волы за 20, Рычко? Ой, горе. Парасю, голубка. Отдавай волы за 20, Рычко. Тебе бы все волы да волы. Вашему племени все бы корысть только поддеть да обмануть доброго человека. Тьфу, дел. Да тебе и на шутку забрало. Сам навязал себе невесту. Нет, это не по-моему. Я держу свое слово. Что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча черевика совести нет, видно. И на пол шелега сказал да и назад. Ну, да его винить нечего. Это все шутки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули. Если б я был царем или паном великим. А спустишь волов за 20, если мы заставим черевика отдать нам Параску? Да не за 20. За 15 отдам, если не солжешь только. За 15? Ладно. Смотри же, не забывай, за 15. Вот тебе и сыны тебе в завдаток. А если солжешь?
Солгу задаток твой. Ладно. Да. Ну, давай по рукам. Давай. Ладно. Вот ведь бесовское рождение, а? Да, видать, его Ростобар-то взял страшный. Человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым только одна награда есть на земле. Виселица. На улице скрипка грає, мене мати не пускає. Ой-ой-ой. Мене мати не пускає. Ой-ой-ой. По долині вівці пасла, назбирала горщик масла. Ой-ой-ой. Назбирала горщик масла. Ой-ой-ой. Горщик масла миску сиру та всіх хлопців запросила. Ой-ой-ой. Та всіх хлопців запросила. Ой-ой-ой. На вулиці скрипка грає, мене мати не пускає. Ой-ой-ой. Мене мати не пускає. Ой-ой-ой. По долині вівці пасла, назбирала горщик масла. Ой-ой-ой. Назбирала горщик масла. Ой-ой-ой. Горщик масла миску сиру та всіх хлопців запросила. Ой-ой-ой. Та всіх хлопців запросила. Ой-ой-ой. Сюда, сюда, Афанасий Иванович, сюда. Сюда. Сюда, Афанасий Иванович. Сюда? Сюда. Вот тут плетень понижен. Поднимайте ногу и не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь с кумом под вас. На всю ночь? На всю ночь. Чтоб москали на случай не подцепили чего. А не подцепили чего? Ой, вот беда. Не ушиблись ли вы? Не сломили еще, боже, оборони шею? Ничего, ничего, любезнейшая Хаврония Никифоровна. Выключая только уязвление со стороны крапивы сего змееподобного злака по выражению покойного отца протопопа. Пойдемте ж теперь в хату. В хату. А там нет никого. Там нет никого. А я уж думала, Афанасий Иванович, что к вам болячка или сонечница пристала. Нет, так и нет. Каково же вы поживаете, Афанасий Иванович? Я слышала, что пан отцу перепало теперь немало всякой сечи. Но сущая безделица, Хаврония Никифоровна. Батюшка всего за весь пост получил мешков 15 ярового, проса мешка 4, кнышей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и 50 штук. А яйца же большей частью протухлые, протухлые. Однако... Воистину сладостное приношение, сказать примерно. Единственно, от вас предстоит получить, Хаврония Никифоровна. Никифоровна. А вот да. Вам и приношение, Афанасий Иванович. Варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, копченечки. Бьюсь об заклад. Если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода. Однако ж, Хаврония Никифоровна, сердце мое... На ярмарке между товаром показалась красная свитка. Кто сказал? Продавица Бубликов. Ей почудился сатана в образе свиньи. Который будто ищет чего. Пойдем домой, кум. Все пойдем. А это то, что волосной писарь тоже свиное рыло выставил в слуховое окно. И хрюкнуло так, что мороз продрал по коже. Ну, пойдемте все вместе.
Сейчас всех трясет лихорадка. Эх, вы, бабы, бабы, вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости господи, под кем-нибудь, может, скамейка заскрипела, а все и метнулись, как полоумные. Да хоть бы и в самом деле сатана. Сейчас всех трясет лихорадка. Спокойствие разрушилось. Странное происшествие быстро разнеслось по всем углам уже утихшего табора, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, так что к ночи все только тесней жались друг к другу. Вот как. Сердце мое. Сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек. Вот я уже и не знаю, Афанасий Иванович, какого вам еще кушанья-то теперь надо? Разумеется, любви, любви вашей, Хавронья Никифоровна. Что же вы выдумываете, Афанасий Иванович? Вы чего доброго затеете еще и целоваться? Ну, насчет этого скажу хоть бы и про себя. В бытность мою, примерно сказать, еще в Бурсе. Вот как сейчас помню. Ну, Афанасий Иванович, попались мы с вами. Народу стучит куча. Куча. И я слышу кумом голос. Полезайте-ка сюда. Давай, да. Сюда. Вот беда, Романа йде. От тепер якраз насадить мене бебихів, та й вам, пане Хомо, не без лиха буде. Что, кума? Тебя тоже трясет лихорадка? Да, нездоровье. Ну, жена, достань-ка там вазу баклажку. Мы черпнем ее с добрыми людьми. Да, да, черпнем, кума. Какие проклятые бабы, а? Так нас понапугали, что и сказать-то стыдно. А хоть бы и в самом деле, сатана. А что, сатана? Плюйте ему на голову. Да хай вздумалось бы ему прямо вот сию минуту встать здесь передо мною. Будучи я собачий сын, если бы я не поднес бы ему дулю под самый нос. А чего ж ты вдруг побледнел весь? Да не так, бог с тобой, кум, я так приснилось. Куда ему теперь побледнеть-то? Щеки у него расцвели, как мак. Он теперь не цибуля, а буряк. А лучше сказать, не буряк, а так красная свитка, что так напугала людей. Скажи, будь ласков, кум. Вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую свитку. Эх, кум, оно бы не годилось рассказывать на ночь. Как-то раз. Эка невидальщина. Как-то раз. Уже ей-богу и не знаю, за что, но выгнали одного черта из пекла. Как же, кум, как могло это статься, чтобы черта выгнали из пекла? Да, ну, что делать-то, кум? Выгнали и выгнали. Ну, как мужик выгоняет собаку из хаты. А
А потом? А потом схватил топор, разрубил ее на куски, глядь, и лезет один кусок к другому. И опять целая свитка. А потом? Перехрестившись, хватил топором еще раз и разбросал по всему месту, и уехал. Вот только с тех пор, каждый год, и как раз во время ярмарки, черт со свиной личиной ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей сви... Питки. А потом... Ну? И теперь, говорят, ему только одного левого рукава не достает. Проклятое место. Вот уже лет с десяток, как не было на этом месте ярмарки. Да кто же из нас на веку своем не знался с нечистым? Да, нелегкое дернуло заседателя, вот. Да чтоб вам подавиться этой свиткой. Невареный кисель твоего батьки в глотку. О. Окно брякнуло шумом, стекла из меня вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая. А что вы тут делаете, добрые люди? Стелися низенько. А ти, милий чорно, ти, милий чорно, привий, присунься близенько. Ще, 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 ще. Ще ближче. О, какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи, как любо говорит он. Парасю. Парасю. Парасю, голубка. Голубка. Ой! А как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. Пускай же, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Хату. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Да разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Ой, какой же он хороший.
Нет, мачеха, полно тебе клатить свою падчерицу. Как я встречусь тогда где-нибудь с нею, я ей ни за что не поклонюсь. Хоть она себе тресни. Неужели мы должны век серьезничать? И отчего же изредка не быть творителями пустяков, когда ими пестрится жизнь наша? Стой! Здесь лежит что-то, свети сюда. Что лежит, Влад? Так как будто бы два человека. А кто наверху? Баба. Ну так это ж и есть черт! Баба взлезла на человека. Ну верно, баба это знает, как ездить. Смотрите, братцы, какую надел шапку на себя этот добрый молодец. Слупи, ее супруга, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица. Озаряясь светом, неверный трепет нагоревшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром в мраке непропутной ночи. Сур, тупи пек, тупи сатанинское наваждение! А ну, геть! Свежесть утра веяла над пробудившимися сорочницами. Ярмарка зашумела, овцы заблеяли, лошади заржали. Вставай, вставай! Вставай. Вставай. Сумасшедший! Дурак меня возьми, голубка, если не представилась мне твоя рожа барабаном, на котором заставили меня выбивать зори, словно москаля. Те сами... Самые свиные рожи, от которых мы... О, чепуху-то молоть. Ступай, види скорее кобылу на продажу. Право, смех людям. Приехали на ярмарку, хоть бы горсть пеньки продали. Как же, Жинка, нас ведь теперь смеяться будут. Ступай, с тебя и без того смеются. Ты же видишь, что я еще не умывался. Вот убить тебя с пустого ружья, чтоб заряду не тратить, а? Ну что за не кстати пришла такая блажь быть чистоплотным, а? Ну когда же это с тобой водилось, а? Вот, вот, на, возьми рушник, оботри свою рожу. Это был... Красный обшлаг свитки, да. Да, будет продажа теперь. Недаром, когда я собирался на эту проклятую ярмарку, на душе было так тяжело, как будто... Кто взвалил на тебя дохлую корову? Да чуть ли еще, как вспомнил я теперь, не в понедельник ли мы выехали? Ну вот и зло все. Не угомонен же и черт проклятый. Ну носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, надо же добрым людям не давать покоя. Да будь, к примеру, я черт.
Чего оборони, боже? Ну, стал бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями. Что продаешь, добрый человек? Сам видишь, что продаю. Ремешки? Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки. О, ужас! Кусок красного рукава свитки! Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе. Лови его, лови! Лови его! Лови его! Лови! Лови! Лови его! Лови! Вот, смотри, за что вы меня вяжете? Он еще спрашивает. За что ты украл кобылу у черевика? С ума вы спятили, хлопцы! Где видно, чтоб человек сам у себя крал что-нибудь? Старые штуки, зачем бежал во весь дух, как будто сам сатана за тобой по пятам гнался? По неволе побежишь, когда сатанинская одежда. За что? Чтоб не пугал людей чертовщиной. Лови! Лови! Лови его! Лови его! Лови! Лови! Чудеса завелись! Этот мошенник, которому только стоит заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора, когда стали спрашивать, от чего он бежал, как малоумный, полез, говорит, в карман понюхать табаку и вытащил оттуда кусок черной свитки. Черт ты мой! От которой вспыхнул красный огонь. Алло! Ноги! Эге-ге! Так это из одного гнезда обе птицы. Да вязать их обоих! Вязать их! Вяжи! Эх, за моє жито та мене і побито. А может, и в самом деле, кум? Может, в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? И ты туда же, кум, чтобы у меня отсохнули руки и ноги, чтобы я что-нибудь когда-либо крал. Выключай разве вареники со сметаной у матери? И то, когда мне было лет 10 от роду. За что же это, кум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. За что же мне, несчастливцу, недобрый поклеп такой? Как будто у самого себя стянул кобылу. Видно, нам на роду уже написано не иметь счастья. Горе. Горе нам, сирота, бедно, горе. 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 Нужно вам сказать, любезные мои читатели, что земляки мои, дай бог им здоровья, не забывают старика. Который же мне точно год? Этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть близ 70. Диканский-то поп, отец Харлампий, тот знал, когда я родился. Да вот уж, жаль, что 50 лет как... нет его на свете. А хотите славную присказку? Один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу таким латынщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на ус. Лопата у него лопатус, баба бабус. Вот пошли они как-то раз с отцом в поле. Латынщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батькус, по-вашему называется?» «Да и наступил, разинувши рот, ногой на зубцы.
Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хватит его по лбу. Проклятые грабли! Закричал школьник, хватаясь за лоб и подскочивший на аршин. Проклятые грабли, как же они, черт бы спихнул с мосту отца, их больно бьются. Проклятые грабли, вот как. Припомнил и имя, голубчик. И вот приехали ко мне гости. Захар Кириллович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кириллович Хлоста. Приехал еще этот... вот право забыл имя и фамилию-то. Осип. Ну, боже мой, ну его сейчас знает весь Миргород. Ну, он когда, перед тем, как говорить, вот щелкает пальцем и подпирается в боки. Ну, Осип, ну, ах, ну, бог с ним, в другой раз вспомню. Да, разговорились все. Нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговоров. Я люблю... разговоры приличные, чтобы, как говорят, вместе и услаждение, и назидательность была. Разговорились все о том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала была говорить о том, что яблоки сначала нужно хорошенько вымыть, потом намочить их в квасу, и потом уже... Ничего из этого не будет! Ничего не будет. Прежде всего, нужно пересыпать канупером, а потом уже... А? Ну, я на вас ссылаюсь, любезный читатель. Ну, скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Ну, правда, кладут смородиный лист, не чуй ветер, трилистник, но чтоб клали канупер, вы когда-нибудь слыхали? Прежде всего, канупер, а потом уже... Слушай, не смеши народ. Ты человек немаловажный, сам говорил, что обедал один раз за одним столом с губернатором. Ну, скажи что-нибудь такое там, ну ведь тебя же все осмеют. Ганупер! Фу! А? Ну, хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головой. Плюнул, сел и уехал. Ну и лучше! И не нужно нам таких гостей. Я вам скажу, любезные читатели, что нет ничего хуже на свете, как это знать. Не люблю этой знати. Думаю, что такой уже чин, что выше его нет. Слава Богу, есть. Канупер! Проклятый лопату! Лопатили сапогу себе, лопату себе. Ругеть! Горе! Горе нам, сирота, бедный, горе! 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 Что с тобой, Солопий? Кто это связал тебя, а? Голопупенко. Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Ох, хват! Вот, бог убей меня на этом месте, если не высусли при мне кухоль. О, мало не с твою голову. И хоть бы раз поморщился. Голопупенков сын. Эх, кум, что же ты не уважил такого славного парубка? Вот как видишь. Доказал, видно, Бог за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек. Ей-богу, рад был бы сделать все для тебя.
Что прикажешь? Старухи дьявол сидит. Сидит он. Да я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Зато и ты делай как нужно. Свадьбу. Да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака. Свадьбу. Добре. Добре. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху в москале увезли. Да, что там думать, годится или не годится. Сегодня свадьбу и концы в воду. Смотри же, Солопий, через час я буду к тебе. А теперь ступай домой. Там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы. Как? Разве кобыла нашлась? Нашлась. Каков жених у Параски, а? Голопупенька псин! Ну что, Рыцко, худо я свое дело сделал. Валы теперь мои. Твои. Ай, сыр запрыгну, да царская кошова, кодай мы даньки чавенца угрюм. А да что я в самом деле, будто дитя малое, боюсь ступить ногою. Панатерном стежечка, панатерном бытая, тая была, бытая была. А кто ей знатеме, то той целоватеме, хлопійко душа. Хлопійко душа. Вот ты хорошо! Батька с дочкой здесь сами затеяли свадебку. Ну, дочка, пойдем скорее. Хиврия с радостью, что я продал кобылу, побежала закупать плахты, дерюк всяких. Параска, ступай скорей, жених пришел. Дочка, Хиврия побежала, так надо ж до прихода ее все кончить. Боже, благослови! Пусть их живут, как венки вьют. На улице скрипка грає бас, гуде вимовляє, мене мати не пускає на вулицю погулять. На улице скрипка грає бас, гуде вимовляє, мене мати не пускає на вулицю погулять. Разве ж гопак и так танцуется, а? Ну, я вижу, что у вас ничего не склеится. Гопак, вот, оп-ля, оп-ля-ля, оп-ля. Вот, вот, вот убей меня, бог. Гуляй, казацкая голова. Я сам себе голова. Вот это дело. А душа в раю. Эй, хлопцы, эй, гуляй!
Не, я скорее тресну, чем допущу до этого. Да. Провалитесь вы, проклятые сорванцы! Да убирайтесь за своими отцами на виселицу, чертовы! Прессовали, как мультик, мёду. Не бесись, свинка! Не бесись! Что сделано, то сделано! Я переменять не люблю! Эхо! Сними хоть кожух-то! Не можно! Ну, видишь, как парит, а? Не можно! Чего не можно-то? Да почему? Да потому! Чё? А потому! Ну почему не можно? А у меня такой нрав! Какой? Я что скину, то пропью! Ух ты! Здравствуйте! Как будто залез в прадедовскую душу! Или прадедовская душа шалит в тебе! Странное, неизъяснимое чувство! От одного удара смычком музыканта все обратилось волей и неволею к единству и перешло в согласие. Да, вот был и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то примехонько берите по столбовой дороге на Диканьку. Приехавшим же в Диканьку, вы только спросите первому попавшемуся мальчишку, пасущему в запачканной рубашке гусей, где живет пасечник Руды Панько. А вот там, скажет он, указавши пальцем. Прошу, однако ж, не закладывать руки за спину и не очень финтить, потому что у нас дороги на хуторах совсем не так гладки, как перед вашими хоромами. Но уж когда пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких в отроду, может, и не ели. А меду, изобожусь, лучшего не сыщите на хуторах. А какими пирогами накормит вас моя хозяйка? Сахар, совершенный сахар. Ну, право, вот подумаешь, ну на что не мастерицы эти бабы? Видели вы, господа, когда-нибудь грушевый квас с терновыми ягодами? Или пили вы когда-нибудь варенуху с изюмом и сливами? А случалось ли вам когда-либо есть путрю с молоком? Боже ты мой! Каких только на свете нет кушать. Прошлого года. Однако ж, что же это я в самом деле разболтался-то? Приезжайте тут. Приезжайте поскорей, а накормим так. Не нудно у хаты жить. Ой, возишь мене из дому, де багацько грому. Живите как можно веселее, прогоняйте от себя неприятности,
все пройдет, все будет хорошо. За чайным столиком, за обедом я невидимкой сижу между вами. И если вам весело слишком бывает, это значит, что я втерся в круг ваш. Не так ли радость? Прекрасная и непостоянная гости улетает от нас. И напрасно одинокий звук думает выразить веселье. Не так ли резвые други бурной вольной юности поодиночке один за другим теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их, скучно оставленному. И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут. Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, чуть трепещут серебристых тополей листы. Камень рос.